власти вчера попытались организовать провокацию и взломали персональную страницу Рената Усатова, написав на ней сообщение о том, что якобы Рената Усатый призывает к вооруженному восстанию. Быстро это сфотографировали. За этими действиями стоят так называемые блогеры, приближенные к лидеру Либерал-демократической партии, экс-премьеру, уволенному за коррупцию, Владимиру Филату. Мы категорически заявляем, что ни Рената Усатый, ни политическая партия «Патрия» не призывала, не призывает и не намерена призывать к вооруженному восстанию в Республике Молдова. Любые подобные заявления о том, что эти призывы принадлежат нам, мы расцениваем как откровенно провокационные и направленные на дестабилизацию общественно-политической жизни в Молдове, а также дестабилизацию ситуации в Молдове вообще.